Всем привет, с вами Светлана, и сегодня я хочу рассказать вам о своей самой удачной покупке года, не знаю, даже не года, а десятилетия. Увидела ее случайно у своей сестры, на такую чудо-подушку. Болела у меня голова, она мне дала попробовать. Я легла на нее, через 10 минут у меня голова прошла. Почему я вам о ней рассказываю? Потому что вот эта вот вещь на самом деле заменяет курсы массажа, за которые отдаете ей бешеные деньги. Я бы вот никогда не поверила, если бы не попробовала сама. Она так здорово разминает. У меня первые, наверное, дня 3-4 спина болела жутко. Не было такой у меня как бы боли и такого разминания мышц, когда я ходила на массаж к профессионалам. Поэтому всем советую очень к покупке. Вот аналогичные подушки, они есть и на Алиэкспресс, по-моему, от 800 рублей. В магазинах бытовой техники. Я брала в магазине бытовой техники на заказ, я нашла, где она подешевле. Если вам интересно, я сейчас вам покажу модель моей подушки. Тут вот этикеточка. Вот. Так она называется. Там моделька 129-я. Она может крепиться как к автомобильному креслу, так можно ее крепить и с помощью вот этого вот ремня на липучке на тело. И то есть тут две липучки вот таких. Вот. Достаточно крепкие. И любую часть тела вы можете с помощью нее массажировать. Я каждое утро делаю на протяжении уже почти недели. В пятницу она мне пришла. Вот на протяжении, наверное, сколько? 6-5 дней я делаю. И чувствую себя совершенно другим человеком. Я встаю с утра, я начинаю с массажа. Вот я вам ее включила. Смотрите. Я начинаю с массажа вот, шейного отдела и потихоньку спускаю. Когда я ложилась на эту подушку всем телом, сейчас мы ее выключим. Я вам потом продемонстрирую. Когда я ложилась на нее всем телом, прям было жутко больно вообще. Но чувствуется, как все проминается. Если у вас там есть хондроз, а он практически, наверное, у всех сейчас, неправильная осанка и так далее, это просто находка. И сейчас я на нее уже так не ложусь, только если вот шею и плечи. А остальную часть спины я сажусь вот так к стене. Сейчас попробую вам изобразить. Вот так ее прикладываю, прислоняюсь к стене и включаю. То есть я могу сама регулировать уже нажим на эту подушку, насколько мне больно или не больно, комфортно. Поясницу можно ей делать и живот, и руки, и ноги, и ступни. Массаж ступней вообще просто шикарно. У меня ребенок вот очень полюбил массаж ступней этой подушкой делать. Даже кот заценил эту подушку, когда ее включаешь, он на нее вот так вот заваливается, потому что здесь есть инфракрасное излучение, его можно включить и выключить, и она вот будет вращаться без него. И когда работает вот это инфракрасное излучение, то тепло. Получается очень тепло, то есть еще и согревающие физиопроцедурки такие. Вот, что вам еще, девчонки, рассказать про нее. Здесь съемный чехольчик есть. Режим работы у нее. Она вот где-то, наверное, минутку вращается в одну сторону, потом минутку в другую. То есть сначала в одну сторону мышцы разминает, потом в другую. Покупала я ее за 3999. Есть магазины техники, в которых она гораздо... Вот кот на подушку уже бежит, он сразу... И вот она работает, слышите, если слышите, совершенно бесшумно. Если вам слышно. Вот кот на нее бежит прям сразу. Он бежит, он хочет эту подушку, он как ее видит, он быстрее на нее лезет. Очень... Вот в другую сторону они начали вращаться. Сейчас я... выключу и попробую вам показать сами эти ролики. Вообще аналогов сейчас много. Я видела у некоторых блогеров обзоры. Ой, тут очень тяжело ее, кстати, открыть. Замочек вот тут вот прям спрятан. Она такая, как замшевая. Видела у блогеров, на Алиэкспресс заказывали, еще где-то. Я говорю, я посмотрела, везде сравнила цены. Но вот именно вот эта модель на Алиэкспресс была 5600 или 5800. Хотя там вот подобные подушки вообще от 800 рублей. Я ее взяла на заказ в магазине техники. Не буду говорить, какое это получится, что это реклама. Вот.
Если у вас есть проблемы со спиной, хондроз, головные боли, улучшить кровообращение, это просто супер вещь. Я вам ее очень советую. Вот снять чехол тяжеловато. Кот сидит, ждет уже упорно, пока ему перепадет массаж подушечкой. Так, сейчас вот открыла наконец-то. Сейчас мы ее вскроем с вами. Он внутри, замок спрятан. И посмотрим, что же она из себя представляет. Смотрите, это как в детских сидениях такой, как пенопласт, не пенопласт, твердый. А вот что представляют из себя эти ролики. Один большой, один маленький. Я дальше уже не буду снимать, а то я боюсь, потом ее не одену. А вот эта кнопочка, которой подходят провода. Она тут надо, вот если чехол стирать, то, конечно, постараться кнопку-то эту отсоединить. Не знаю, как это будет. Давайте сейчас покажу вам еще, как это вот так работает. Инфракрасное излучение. Ну, в общем, девчонки, если будут какие-то вопросы, задавайте, я с радостью на них отвечу в личку. ВКонтакте можно на свой профиль, ссылку я оставлю под видео, где я ее брала, как, за сколько и так далее. Всем очень советую. Массаж обалденный, разминает здорово. Любые части тела можно массажировать. Сделайте себе такой подарочек 8 марта или закажите вашим любимым. Вот такое сегодня у меня было видео. Надеюсь, было вам полезно. Все полезные ссылочки внизу в инфобоксе. И я с вами прощаюсь до следующего видео. И, кстати, да, я теперь блондинка. Не очень хорошо камера передает. За 2 дня я вышла из брюнетки в блондинку. Если вам понравилось, тоже хотите узнать, как это сделать так быстро, ищите меня ВКонтакте, я обязательно вам расскажу и с вами поделюсь. Всем пока-пока!